привет! Вы, наверное, знаете на просторах интернета трэш-мобильные игры. И, короче, мы на них сегодня и посмотрим, и как раз и оценим, да. И как мы уже сказали, приятного просмотра! Первая игра – это игра, где надо бегать и становиться то ангелом, то демоном, то быть, короче, вообще красивой. Мы тут должны как-то бегать и собирать. Это как-то странно. И, короче, как, ну, геймплей на самом деле как? Не очень. Я бы поставил бы 3 из 10. Потому что просто надо бегать и собирать. Это, конечно, но по залипательности реально довольно-то залипательно. Поэтому 7. Не, точнее 5. И так выходит, что игра зарабатывает уже 8 баллов из 10. И, короче... И сам вот графика тоже не очень. И, конечно, сама игра тоже на самом деле как-то не очень. И тут постоянно виснет и все так далее. И постоянно реклама. И что могу сказать? И постоянно что-то вылетает, зависает и так далее. Дальше у нас человечек, который там надо, как математическая игра, уничтожать человечков, которые слабее тебя по числу. И вроде она как бы менее залипательная, по залипательности 2. Но сам геймплей довольно-то неплох, уже ставлю 4. И в итоге 7 по 10. Но это, можно сказать, не самый лучший вариант. Графика на самом деле и бои на самом деле прикольно. И анимация достаточно прикольная. И все это вместе уже больше 10. И так получается, я как отметил на 13. Но что могу сказать, это лучше, чем предыдущая, но все равно не лучше. Она все равно. Клоны Майнкрафта лучше. Но анимация реально захватывающая, более-менее нормально. Не то, что в предыдущей игре. И поэтому она получает 13 из 20. И что у нас дальше? Что у нас дальше? Как вы думаете? Барабанная дробь. Дойти до туалета. Да. Это такая игрушка, где надо дойти до туалета мальчику и девочке. Там надо вот по линиям. И мне показали обучение. Более-менее нормально. Вы, наверное, видели эту игру в ТикТоке. Ну а... Она мне не особо понравилась. Сам геймплей поставлю, наверное, где-то 4 на самом деле, потому что... Хотя нет, давайте 2. 2 из 10, но на самом деле игра такая себе, но по графике тоже. Так что 3. А по залипательности, ну, она где-то на 4. И так получается, что она получает, эта игра, 9 баллов. Ну и дальше, куда мы идем правильно? Дальше смотреть, что тут есть. И как бы они не очень и сложные. Дело в том, что они никак не сложные, и можно легко пройти. И так она как бы простая, простенькая игра, которая заслуживает 9 баллов из 20. Дальше это нарисую, чтобы выжить, да. И нам сразу показали обучение. И мы победили. Это норма, да. Так, дальше что у нас? Надо открыться от дождя. Мы победили снова. Что у нас дальше? Вон, она скидает нож. Я попробовала нарисовать Стигмана, который показывает факт. Но мне получилось, что он показывает 2 пальца. И держит меня, кажется, за шкирку. Но я сдох.
мой персонаж сдох. Это как-то было странно. У меня игра зависла, и показалась какая-то реклама по Bomb Game, где ты можешь играть в разные компьютерные игры. Я, если что, не рекламирую. Короче, и я, конечно, вышел с этой фигни нафиг, с этой полезы. И дальше начал пытаться как-нибудь там хоть как-нибудь пройти, потому что, ну, это реально слишком. Дальше что я начал делать? Конечно же, рисовать и снова Стигмана, который, не знаю, откуда вылез, может, из колонизации, нарисовал ему какую-нибудь шапочку, и типа он вылазит. И как-то меня убили. Я не понимаю, как. Ну и что могу сказать? И в итоге самая лучшая игра — это вот эта. Да, она получила 13 баллов. Она с вами был Хо-ТиВи.